Ну вот, а пить в этом районе тоже нельзя было много, иначе можно было встретить такое вот животное. Вот лапки, как у утки, клюв, как у утки, но рога и хвост, в конце концов, как у белки. Видите, какое страшное животное. Это вам не белочки, а лапки еще там. Бутылка и стаканы. Просто ассистент должен подойти поближе, чтобы было видно, какого размера эта бутылка. Вот. Теперь видно, да. Молодец. А здесь... О, бочонок плохо видно. Он отражается. Ладно. О, старые бутылки. Вот как они выглядели. Старые винные бутылки. Вот. Какой бочонок стеклянный. Ну, вот это стекло, которое производили здесь, в этом районе. Красота, да? Так выглядела старая аптека. Мне кажется, в нашем детстве аптеки тоже еще так выглядели. Ну, по крайней мере, там очень много стекляшек было в аптеках. А здесь уже не аптека, а, наверное, такие церковные стаканы. Но они огромные. Здесь темно. Светящейся витрине можно рассмотреть, какие узоры там, а сколько туда помещается. 3 литра, наверное, да? 5-8. Обалдеть. Экспериментировали с цветами, с формами. Не знаю, что будет там видно на видео. Просто вот это, обалдеть. Ну, разве это не искусство? Вазочка мне нравится. Смотрите, у нее такой оттенок голубого с зеленым. Цвет морской волны. Просто обалдеть. Вот, а здесь такой темно-синий.